так все. Да, короче, тут у нас, блядь, джекпот нахуй. И ШП, и ретрик, блядь, самый лучший сетап. То есть нам надо одного из них законтролить, второго убить. Соответственно, покаянием поддержишь. Давай, наверное, ШП законтролим. Что тебе надо? А, после босса. После босса, ладно, хуй с ним. Ретрик, который возьмешь, поставишь баронессу в покаяние. За 10 секунд до конца покаяния подойдешь, фернешь ее и снова поставишь покаяние. Чтобы она ни секунды вообще, блядь, у нее не было. Иначе на ману кому-нибудь сожжет эта пидораска. Барона, соответственно, крестик. Крестик мы убиваем первым. Сливаем крестик, далее играем тупого босса. Весь остальной трэш мы не трогаем. То есть, блядь, никаких ауешек, трап и так далее, чтобы не сорвать ничего лишнего. Я думаю, все понятно, да? Ничего не надо объяснять. Нет, давайте поставим рыбу, похаваем, разбафаемся, я свиток прожму. Чтобы у всех все было, дай рыбы. Все, садитесь, хавайте. Проверяйте свои масла, там, фаски, хуяски, у кого что, чтобы у всех все было ровно. Что, мать, что хочешь? Проверяем готовность. Квин, все на месте, все присутствует. Войт Агри, ты сразу паладин, давай на Фоксе туда же. Все, давайте, поехали. Давайте не обосрёмся, пацаны. Все, бьем только крестик. Только в крестик убьем. То же самое, смотрим за игру обязательно. Он станет, стан надо сдиспелить будет станка. Да уже я простоял нахуй в нем, ебать. А, ну вот. То есть периодически смотрите за этим, потому что он будет кидать станы. Надо будет это все сразу диспелить. Вот сейчас я в стане, всем похуй. Диспель, пожалуйста. Ага. Покаяние, что не ферни ее, ферни ее. ШП ебаный, убери отсюда, блять, она уже сожгла кому-то маны. Она накидала, смотри, сколько проклятий. Диспельте проклятие, маг и друид, пожалуйста. Проклятие по диспельте. Баронессу, хпал, ферни, пожалуйста, баронессу. Или да, или в трапу ее поставьте. В общем, уберите ее нахуй, чтобы она не выебывалась. А где ШП, я ее не вижу? Да вон она в столе, блядь, кастует пытку нахуй. Пиздец, блядь, убери диспель. Нахуй ШП, забери ее отсюда. Этот. Если нахуй у хила кончится мана, блядь, я тебя буду хуесосить последними словами. Давайте попробую куда-то в угол зажаться, блядь. Он не восприимчивость, так что живее, хуй знает. Все, пизда. Этого Бернишева. Сейчас давай добьем вот паладина. Блять, ретрик или хулипал, диспельте стан нахуй. Я встань и стою нахуй, нихуя. Хулипал один, пожалуйста, диспель стан. И сейчас мы добиваем барона, все. Играем все в босса, Берни не этого. Набафайте ему по-быстренькому. Касочку, куясочку, все ему накидайте. Здесь никаких ауешек не давайте. Сейчас появится босс, он куда-то выпрыгнул. Баронессу тоже не выпускайте из контроля, она вообще не должна делать ничего, слово совсем. Все, тыкаем в босса и до конца. Ничего лишнего не кастуйте ауешного, потому что вот эти мобы сверху, они могут посчитать, что вы хотите с ними подраться. И, соответственно, придут к нам. Леди Барибаку, ну хуй на нее, это просто хулипаладин, ничего страшного. Бейте Леди Барибаку, когда нету этого. Когда нету Мороза, соответственно, я вам вот крестик поставлю. С нее хотя бы может... А, приста нету. У меня она баблится, видишь, что она делает? Но... Это пизда, она просто баблится и хилит. Поэтому, блядь, барибак убить вообще не прикольно. Баронессу убери. Быстрее. Вот, спасибо, все, благодарю. Прям смотри за ней, ты прям должен ее ненавидеть. Она ненавидит нас, а ты ненавидишь ее. Барибак убейте. А она в бабле, ей похуй. Лорда ебаного, значит, бейте. Значит, дайте второго бейте пока. Все равно делать нехуй. Увлечение, это что такое, ебать. Морозы. Все, босс вышел, бьем босса. Я заебала она к нам подбегать.
Бери ее. Ну, упал эфир бесконечный, ему похуй. Ничего страшного. Я боюсь, что тут уешить начнет. Да. Бля, что она за нами бегает? Дура, ну, потому ебаная. Что ну, эфир такой рандомный. Это борьба убейте пока что. А, она в бабле. Опять же, продолжаем бить лордов. Я не помню, у него бабл что, вечный что ли? Да, но по КД его ебашит. Молодец какая, блядь. Пиздатый вообще просто охуенный. Можно мне такого напарника на арену, блядь? Который стоит в бабле и хилит просто. Можно рейд из 25 гектаров? Продиспельте, пожалуйста, вот я вижу какие-то негативные эффекты, да, на рейде, уберите это все. Соответственно, продолжаем бить лорда, пока нету босса. Я на него лучше крестик поставлю. Все, мороза. Чтобы его было заметно. На боссе стоит черепок. Покаяние не канает на нее кинуть? Ну-ка, кинь покаяние. Канает, но она как-то сбрасывает его. Сбрасывает и сразу накидывает на нас кучу дот. Видишь, вот она каждому дала по слову боли. Ну, она не сильно дымажит, ничего такого. А, Суф, чё у тебя с маной? Хорошо, все плохо ли? Как бы помочь тебе нечем, поэтому, братан, как бы крепись. Не проебывай, пожалуйста, ШП, потому что она, как ты уже понял, да, что у хилов с маной все не очень классно. Прям можешь не бить, просто бегать за этой пиздой эфиря, что вы вообще ее не видел, нахуй, никогда в жизни. Бля, ебать, как мы долго его ковыряем, это просто пиздец. Бери ее. Она что-то кастанула, она будто мана опять сожгла. Ладно, уже давай ну, тыкай в босса, Ретрик. Короче, похуй, тоже тыкай в босса, да пизды, ничего уже страшного не будет. Просто бьем и все. Давай, часы доставай. Ну или не доставай, хоть с тобой. Пояс, ебать. Ну, колечко возьму. Пояс, смотри, хороший какой, пойдет. О, мангуст надо выучить. Ну, кто там видит, я не вижу. Ну, давайте сами. Все, погнали дальше. Квин, дашь формулу, блядь, на танка чарку сделать? Выучить. Типа кольца вообще нахуй никому не нужны по большому счету. Одно с острова, блять, второе за репутацию, все. Далее будет. Говорят, это оффхенд, а не кольцо. А, это оффхенд? Нихуя себе, ебать. Я не знал. Оно просто выглядит как кольцо, я что-то перепутал. О, ребят, кидайте на пулить. Сразу не уебывайся. Где? А, он отошел. Напола, короче, нету у нас. 5-10 минут мы без напола, поэтому постарайтесь помирать. То есть видите, что все хуево, мастер по огню дай. Спокойствие прожми. И не надо. Я пиздобол. Ты сам принимай решение, а там когда тебе что прожать. От огня отходите просто и все. Да. Ну, раз вижу кому-то плохо, у меня сразу надо что-то делать.
Ну хоть коней обоссанных нету, ферящих. На том спасибо, хотя здесь тоже приятного мало. Сейчас наверху еще эти, которые как-то горничные там какие-то ебанутые, с тремя дебафами. Которые по дороге где тоже неприятные, конечно. Еще впереди нас ждет увлекательное путешествие с этим, как, с элементалями. Там тоже весело. Не, элементально зафиксировано, они легко убиваются. Они не жесткие? Нет, там дело в том, что они всегда были долгие. Они не то, что больно бьют, а то, что ты его, блядь, стоишь, ковыряешь, как босса, нахуй, это в одного. Да, да, там все мало маны. Вот это самое неприятное. Ты же не забываем, что про диспельте. Про диспельте там какие-то неприятные хуйни, ага, все, благодарю всех. Вон они вешают, блядь, проклятие нахуй и жертвенный огонь. Ну, репа нахуй. Дружелюбие, ебать. Смотри, что это такое, кожа. Вот тебе на этого накатать. Ну да, но мобов не забываем лутать, там какие-то ништяки вон падают. Так, я тут хуй знает, как-то надо аккуратно, да? Там сначала слева прям вот, блядь. Да, кинь в того моба слева в любого. Они прибегут сейчас сюда целой пачкой. И что, только один, что ли? А где еще? А вон второй бежит. Все, вот теперь здесь их танчик. Потому что они по-любому агрятся 100%, когда травишь, что флеш. Давай поднимаемся. И тут сейчас будет дохуя. Не забываем, да, у нас декана. Не выебываемся особо. О, нихуя, это у тебя пиздатый какой кет вообще, братан. Просто от души. Что-то привел, что ли? Да он, блядь, на другую улицу вообще прыгнул, там трэш зацепил, нахуй. Понял. Вон там, блядь, уже кто-то стреляет по нам, блядь, со всех сторон. Ой, ничего, мы сильные, мы справимся. Время будет, можешь дернуть, блядь, кого-нибудь слева. Там два хуеплета по нам стреляют без паты. Вот, один, потом со вторым также поступишь и будет заебись. Че, у нас и маг, что ли, отсутствует? У нас, короче, два АФК, мы еще 8 бьем. Вообще чудно просто. Истерию въебал там, разъебывал. Да, я про истерию забываю, мне что-то надо то ли говорить, то ли еще, блядь. Да нахуй ночь. Ничего страшного, то все равно никто не дымашит. Так, тут получается баба вот в коридоре, и потом какой следующий босс? Следующий получается, как он называется? Опера. Театр, театр-то, ёбаный, опера, точно. Сначала убиваем деву, потом убиваем оперу. На деве, я помню, тут какая-то припизнутая тактика, там, по-моему, больше 2 миликов нельзя в горизонт поставить. Диспелить там что-то надо, блядь. Ну, разберемся, короче. Сейчас я расставлю, там, понавыдумываю тоже. Ну чё, там РДД по аркам рассасывается. Да, я помню, РДД ставить по кругу, нахуй. А паладин диспелит, по-моему, и кто ещё диспелит, вот я не помню. Так там же разные, блядь, представления есть.
Нет, ну, не-не-не, я про эту, про деву. Представление это хули, там ничего, ничего такого сверхъестественного, там, блядь, все боссы просто бьешь, и они умирают. А на деве есть тактики. На деве там я знаю, что если больше двух миликов в милизону поставить, там она ебашит, типа, больнее по ней. А там у них все плохо начинается. Диспелить надо обязательно, там хуйню такую. И, соответственно, РДД всем по кругу стоять. Еще, по-моему, она не таунтится, к слову. Ну, у нас ДК, поэтому нам похуй. Ты по себе сальву, что ли, хуяри? А я че? Поводи. Давай сначала комнату доделаем, потом будем этих подтягивать. Ой, Зира, завихряй его. Так, дайте пособрать ему немножечко, особо не въебывайтесь, починить. Знакомо бьёт, вы не вокруг не сбегаете, а отбегайте лучше. Кого отбегать? Отбегать, чтобы они просто воздух огнём дышали. А так, они вокруг них бегают и по всему рейду огонь разносится. Угу. Прикольно, ну. Вот этого лакея подтяни сюда тоже. Чё он там один грустный стоит? Тех не надо хуярить, вон тех. Не-не-не, этих не надо. Ну и кто-нибудь сагрит обязательно на обратном пути, как обычно. Но да не, мы осторожно. Я надеюсь, что с нами этого не случится. Позира, законтроль его. Еще. То же самое, помоги, пацаны. О, нихуя, он на себя боб кинул. Че охуевший. Прикольнее всего, когда они в контроле геру шамана сдают. Ну, это они всегда все прожимки отдают, все, что есть. Паладин обычно бабл сливает. Стан сразу. Блять, как вы так бьете? Моб рядом стоял 2000 хп, блять. Этого, в уголочек здесь пойдем, вот здесь, смотри, вот здесь лужу разлей. Прям в угол зайди и кинь до сюда, ребят. Сейчас должны прибежать, или чё? Вон, бежут. Ой, ебать, это что такое? Чё-то дохуя, по-моему. Давайте в конкубину все дружно влились. Сейчас я череп на неё поставлю. Бьём вот эту цель. На 51% надо будет её застанить хорошим станом, паладиновским. Прям вот четко в 51% ты должен попасть. Если ты не попадешь, то ты, короче, не пиздатый паладин. Он сдох. А, ну да-да, хули. Ну кто-то попал. Видишь, она не превратилась. Вставай, кто там сдох, блядь. Сидишь, скуришь на. Подъем оба и давайте в путь. Вот это АУЕ, сам... типа, отойти можно. Да, вообще, РДД давайте не будем близко стоять все-таки. Мы ж не... Кто там стреляет, блядь?
Давайте, развязанную горничную сейчас я на нее въебу череп. То же самое, на 51% надо что-то ей дать. Либо расовый стан, либо, блядь, еще какой-то. Возможно, даже я сам смогу это сделать. Это не точно. Нихуя, не успели, да? Не успели, превратилась. Сука, лошары нахуй. Ну а что ты меня в этот не скинул? Ну да, я не смог. Я один из вас. А я в КДМ. Ну вот, блядь. Ну я и говорю, лошары нахуй. Следующая. Следующая горничная. Сейчас ставлю череп. То же самое. 51%, кто попал, тот красавец. Заранее давайте. Вот сейчас уже давайте. Вот, вот это молодцы, ну. Вот так надо со всеми поступать. Нихуя, так мы вообще серьезные ребята, оказывается. Ну да, я. Начинает прелестница. Не, это хуйня, это обычный трэш. Просто запинываем его и все. Ебать, тоже назвали так мобов, пиздец, да? Ну, это Близзарды, наверное, назвали. Я так думаю. Это же их не все. А не, смотри, это какой-то охуевший. Это я лоханулся. Да ладно. Нихуя. Бля, где вот эти вот два товарища, которые маг нам, и которые морали, блядь? Хуй забей. Нормально, что мы, блядь, до следующего босса трэш почистили восьмером? Типа... Тут, короче, они собак вызывают каких-то. Да, ну собак бить не надо, надо убивать охранника. Сейчас я к слову поставлю вот череп, вот этого охранника убивать надо. Потом будем убивать второго охранника. Собак на себя не переагривайте. То есть вот двое даст по нему одного пеху. И все, и пускай он висит на нем. Не уешьте. Ну это относительно. Хоть 500 тысяч хоть нормально. Это да, это еще божеский. Ну тут, наверное, потому что собака еще считается. Там нихуя вот эти. Крульного можешь дернуть. Дёрнули. А, ну ладно, не успел. Ты с тобой. Да не успел уже, давай потом. Вот этих, которые слева, не надо, вот этих охранников. Только караульного. Вот прямо вот к стеночке его вот здесь прижми и все, ага. Там дальше уже пойдем. Я тут, простите, на работе просто. Ебать, я застрял. В смысле застрял? Блять, что произошло? Ну как они сагрились? Ну кто-то сагрил. Это мой пет, походу. Извините. Вот я нечаянно. Давайте тогда вот этого охранника, у которого лоу хп, сразу добьем. Потом следующего охранника. Напоминаю о том, что гонщик на себя переагривать не надо. Это не Писюн, это другой. Его зовут Аскуа. То же самое, конкубина. Вот эти две охуевшие. Первую будем бить конкубину, потом будем бить горничную. То же самое, кто попал в 51%, тот красавчик. Остальные не очень.
Суманем, как дойдем до босса. Тут осталось 4 моба убить. Твин, дашь а вообще... мангуста? Чё-чё-чё? Ну-ка, рецепт мангуста дашь, то я это, на танков чарить хочу. Те вроде это, не особо критично, а у меня просто 3 танка. А чё не критично? Я же инчан. Ну, ты хочешь продавать сразу. А как вы не? Войд. А, да, ну блин, ну а конечно. Ну, я понял. У меня это короче... единственный перс, где больше всего рецептов. Если вопросов нет, отдам. Да я тоже понял, блядь. Никто ни разу не попал в 51%. Либо. Стоим-ка лупаем, блядь, этих двух мобов, как боссов. Ну они просто дебаф по это добавляют какой-то. Ну да, они просто режут наш ДПС и все, поэтому мы бьем их так долго. Сначала первого охрана, который черепок, потом второго. Сейчас не выходите из-за колонны только. То есть рассасываемся по кругу. По кругу, но так, чтобы вы стояли перед колоннами, соответственно, для примера вам. То есть как, стоять примерно вот так, чтобы хил мог вас прохилить из любой точки. Не надо заходить за колонной. Если вы зайдете за колонну, соответственно, вас не получится ни хилить, ни диспелить. И, скорее всего, вы сдохнете в конечном итоге. Также и рассасываемся, получается, в середине у нас станет Holy Paladin, вот где мы сейчас застоим. Середину занимает Holy Paladin, там Сув где-нибудь сбоку пристроишься. Все РДД по кругу вот так вот полностью рассасывайтесь за нее, перед нее и так далее. Паладины диспелим, если кто-то чувствует, что он тоже может диспелить, обязательно помогайте. Диспелим все, что диспелится, босс не таунтится, тоже об этом помним. Давайте бафы, все проверяем. Кушаем рыбку. Присуманили мага? Да, все, вижу. Вижу, что не присуманили. Где он? Я же сумму. Я не вижу тебя нихуя, где-то есть. А, вон все. Все вижу. Что-то мобы тут порезались, не добежать никак. Сейчас я тебя, подожди, подтяну. Как порезались? Откуда там мобы? Там не порезались, мы то, что не били там каких-то мобов, видимо. Козивер, блядь, нахуй ты меня-то сумонишь? Они на стульях сидят, я фиг узнает, загрится, не загрится. А чё ты, Квин, чё ты не сумонишься, нихуя, я не пойму. А мне не приходит ничего. Блядь. А ты где вообще? Он в кражане, блядь, на первом этаже стоит, не может дойти. Пойду посмотрю, чё там. Он вон там с кем-то, блядь. Да тут я уже. О, нихуя, у меня на карте бегает принц Молчезар, короче, поняли. У меня демоны стоит, ну я типа ок, у меня отслеживать демонов стоит. И бегает принц Молчезар. Наверху демон. Бачка на севере тебя не смущает, да? Много демонов. Так, все, ты добежал. Давайте, сейчас я прожму свиток. Чтобы у всех все было, проверяю готовность. Посмотрите обязательно свои бафы, чтобы все. Фласки проверьте, они там могут закончиться, потому что мы здесь уже почти час. Все давайте по кругу полностью рассасываемся. Не забываем о том, что стоять надо перед колоннами, а не за колоннами. Все, давай врывайся, они там походу уже дотянутся все. Давайте не обосрёмся. До середины прям ставь. Это будет красивая победа. Все, поехали. Так, тебе кидать истерию или у тебя своя пока? В какой-то момент она может всех застанить.
и пойти кого-нибудь уебать. Ну, она так может сделать. Только я не помню почему. Вот как сейчас. Ну, вот видишь, танк был продисплейлен, видимо. Поэтому у него все заебись, а я стою все. Что-то она кастует паралич, может зайти к ней поближе на святую землю и не, тогда. Не-не-не-не-не, поближе нельзя, потому что в милизоне она бьет ебало, если больше двух миликов. Она, ой, там нихуя. Она там что-то кастует, не пьет, что такое? Ну типа продамаживает, как он миликом. Ну я что и говорю, она бьет по ебалу миликом, если больше двух. То есть если у нас больше. Смотри, чем фишка. Она вот этот паралич, она кастует. Вначале ее каста, мы к ней чуть поближе подходим, вот в эту желтую зону. Мы, получается, в конце каста она кидает паралич, мы получаем урон, уходим из паралича и сразу отходим обратно к колонне. Он что, рассказывает гер тактику, что ли? Мне кажется, да, в гере не, не, нам это не надо. Мы лучше постоим просто в стане пару секунд, ничего страшного. Тем более, что танк в это время бодрствует. Вот она мне что-то кинула, дисплейте. Ага. Благодарю. Там что-то было неприятное, не понравилось. Сразу наполуевала она нахуй. Он хули паладину прикурила, так нихуёво тоже. В гире она поинтереснее. Ну, блять, нихуя ты вспомнил. Хулипала на геру, нет. На геру тут моба, ебать. Берни, пожалуйста, хулипаладина быстрее. И поднимите рейд дружно. Хизи, хулипаладину и инер сразу ему закинь, если не жалко самому. Прохильте и диспельте. Обязательно диспельте. Вот эта хуйня случилась, потому что вы не успели сдиспелить. Соответственно, произошло то, что произошло. Чтобы этого не было, смотрите внимательно. Мы не 250-й здесь, и выебываться нам нельзя. Бля, нихуя она уебала, нахуй миликов обоих. Ага. Похуй, похуй, ничего страшного. Ты там прожмись обязательно, если она будет въебывать. Да, ну, я сейчас сдохну. Хилы стоят. Еще секунду стоять будут, все. Нихуя. Коска. Коска там ему плохо, и суф, ой, мы вообще не хилим. Вообще без хилов. 15%, а мы без хилов. Коска, в хила переспекивайся, давай хиль меня. Да, кидай по нему просто малую волну, ебашь прям, без перерыва ебашь по нему малой волной. Тебе не надо ничего делать. Но я думаю, мы не убьем все равно. Это что-то, блядь, нихуя она ебашит. Давай, хиль меня мелкими, блядь. Прям вот, да, прям вот эти, малой волной только по нему ебашь и все. У меня удар смерти есть. Мы сольем, ничего страшного, успеем. Себя там, себе дай ходку, потому что она, если она в тебя сейчас кинет, на ребят едешь. Хиль, так, себя, хиль пацанов тоже хиль. У меня прожимки есть, я дольше проживу. ДДшников хиль. Хиль, вон Лока. О, мы, блядь, мы встали, короче, на 8 секунд. Живи, нахуй, как хочешь. Сразу по танку хил дай. Бля, нихуя себе, блядь, дело в кражании обычки. Заебись, блядь. Пиздатый босс. Видишь, выжили, блядь. Молодцы, ничего не сказать. Ну ладно, хули паладиновские, беспонтовые. Боздох, еще тела вздыхают. И руки нахуй никому не нужны, блядь. Сейчас я масуху дам. Лежите, не вставайте. Давайте там... Вот здесь поставь рыбу. Здесь поставь рыбу, здесь набафаемся и пойдем. Хуйня какая-то падает бесполезная. На Войда пару шмоток упало, еще более. Ты поезд забрал же? Да. Вот. Там нотки. Ну, вся проблема в том, что мне меткость нужна, нахуй. Я не могу просто так шмотки менять. Какую-то другую надо с меткостью выбить, или кольцо какое-то ебаное. У него там ленточка падает на опере. Я уже забыл про такую премию. Она неплохая.
Так, все, пойдемте. Че, на оперу? Да, на оперу идем. Может, тебе пух, может, тебе пуха бесовая выпадет. Угу. Ну, там кто-нибудь в гильдии, может, или в рейде, кузнец, который может латные сапоги и пояс сделать из льды. Блять, ну у кого-то точно есть. Авось. Нахила. Одного, пожалуйста. Вот этот крестик, пожалуйста, ферните. А вот этот вот черепок бьем. То есть крест контролите, черепок бьете. Ты мертв у меня. А, я на одну, значит, бьем того, который без меня. Блять, он не позовет техмобов. Не позовет он за нас. Пока он нас боится, он никого не потянет. Ты можешь покаяние ему зарядить потом. Бля, еба, нихуя он притянул. Ну это не прикольно, конечно. Агри всех хули делать. Черный череп. Ну, окей, поставил в покаяние. Нормально, суф, вставай. И хули паладина уронили. Давайте хотя бы скелета добьем, пацаны. Чем слабый что? Бегите быстрее просто, бегите быстрее, я покажу. Ну, там суп он над котел уже бежит. Ой, ебать, нихуя, большой теневой нетопырь. Да шо? Теневой нетопырь был, блядь, ебать, каражан в натуре коркала. Это, короче, чтобы вы понимали, это пацаны, которые там в туннеле далеко, короче, блядь. Я хуй знаю. Здесь чисто с подвала прилетели. Мы добить-то успели скелета или чё? Не помню. Как бы будет весело, если нет. Так весело, что даже грустно. Это мы с Палом загрели этих. Мы не туда. А, это вы? Какие, да, вы молодцы. Прямо в них вбежали прям. Ну, вообще молодцы, нихуя не сказать. Мы в них так вбежали, что они охуели от такой наглости. Угу. То же самое, вот этого, короче, значит, покаяние ему поставишь, который черепок. Сейчас здесь рыбу не надо ставить, не надо ничего ставить, так, пойдемте чистить. Просто бафы накидайте. Мне кажется, вон еще... пидоров надо слить, блядь. Надо, блядь, я надеюсь, что мы не въебемся рогом больше в них. Мы ж сильные пацаны, шо мы деву убили, ебать, без хилов. Давайте. То же самое, черепок в покаяние, этого подтягивай. Ну или наоборот, делайте как хотите, короче. В корни, а этот поставь его в корни и феряй. Можно рыба. Такую... Есть у нас такая функция, корни фир называется? Или так не получится? Ну друиды можно, но только ему сформировать. Я знаю, что валяк мы раньше так делали, мы просто, блядь, ставили их в корни и сливали. Нахуй ты его бьешь, вот объясни мне. Ты вообще адекватный? Кого вы бьете, я не могу понять. Я тоже не понимаю. Давайте, короче, лупите в череп, вот этот без черепа его контрольте, потому что там уже. Блять. Там уже меньше хп просто. Подиспельте он, какие-то ледяные шоки там нам накидали, но все ебало. Вон там Квин снова духом прикинулся. Давай, беги, хули. Мы тебя подождем здесь. Там еще пару таких же придурков стоит впереди. Типа, блядь, бьешь босса 5 минут нахуй, а от босса до босса бежишь 20. Вот так вот весь Sims. Ну вот, сейчас, подожди, я поставлю метку на того, которого надо будет законтролить. Давай будем контролить вот этого. Они по-любому сагрятся, скипнуть их не получится. Поэтому черепок мы бьем, который без метки, его мы контролим. Запомнили, да? Бьем череп. Второго контролим, все. Только законтрольте его желательно покаянием, корнями, чем-то, что оставляет его на земле. Трапа, быть может.
Получится у нас сделать так, нет? Давайте я попробую чуть-чуть. Нет, они вместе. Я могу забанить его, нет? Клеем базбить. Нихуя не могу. Стан ему ёбните, потом гнев небес дайте на. Чтобы он пидор вообще нахуй стоял здесь, он никуда не дёргался. Блять, что еще один пришел, а этот откуда? Патруль. Ну, блять. Давайте вот этого бьем череп. Сейчас я поставлю, вот этого бейте. Второго старайтесь изолировать. Какими-либо способами. Не знаю, могу я вообще. Нихуя не могу вообще с ним делать. Ну, прекрасно. Только смотрите, если он выбежит, да, вот он выбежал нахуй, постарайся его там где-нибудь подальше от нас поставить в корни, чтобы он там стоял и там боялся нас. Все, вот теперь бьем. Пошакли его там. Во, вот так. Сейчас те люди, которые не умеют ходить с китами, уберите их нахуй. И тем более, что с китами что-то сделали, они сейчас бегут вперед своих хозяев. Поэтому лучше, блять, вообще всем их убрать. И прям аккуратненько, вот по стеночке, вот по этой, да, по вот этой реечке. Ну. Тут просто из света надо будет выходить всем. Да, Грик? Как только увидите свет, то есть, что свет стоит, блядь, под вами или под мобами, нахуй, выходите из него и выводите мобов из света. Соответственно. Выводи. Выводи, не стой там, не бей. Во, вот теперь здесь бейте. В одну цель бьем, сейчас я поставлю черепок. Вот в эту цель бейте. Чтобы ему всех не держать на себе. Далее будем бить в крест. Вопрос к рейду, вам нужен перекур перед оперой или идем без перекура? Без перекура. Есть другие какие-то пожелания? Или все согласны? Окей, хорошо, значит двигаемся далее без перекура. Горожан долгий, да, поэтому я спрашиваю, чтобы у вас, блядь, мозги были свежие, чтобы вы не тупили здесь. Потому что самое интересное еще впереди. Ну вот, Коска, тебе персонально можешь отойти. Но действительно не больше, чем на 3 минуты.
чтобы не получилось так, блядь, как до этого, что мы без двух человек, блядь, почистили весь трэш. До следующего босса. Ну да, сейчас я вам метку поставлю, а то мы опять хуярим в разных. Вот он череп, блядь, вот он крест. Главное, чтобы не страна ОС ебаная, там трэша дохуя, не... Точнее, не трэша, а, блядь, миника. Так, все здесь, никто не АФКшит? Потому что он дверь, блядь, закроет, вы потом не зайдете. Я зайду. А, Суф, Коска. Шаман же ушел. Коска. Угу. Это зря ему позволил. Я имел в виду после, блядь, оперы 3 минуты, а не сейчас. Ну может тогда сейчас, может, раз он ушел, тогда пошли 3 минуты куранем, ебать. Давайте, короче, для всех тогда ДБМ брейк прописываем. Все, все курим, чай, кофе и так далее. Пять, четыре, три, два, один. Кризал Док Ара. Поспаемся. Пау, маг, будет. О, здесь маг, будет.
Не хотят подтверждать. Еще один чек. Ждем недостающих товарищей. Войт проснулся, Квин. Что там, арктический мех есть один у кого и на 30 выносливости камень? Выносливости вроде кто предлагал. Блять, Квин, ты заебал нахуй. Все, пришел уже, я не успел набрать. Все, 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 услышал тебя. Запускаю босса. Сейчас он нам расскажет сказку. Надеюсь, что это будет какой-нибудь Ромео и Джульетта или Красная Шапочка. Самые приятные боссы. Бегать на этот волк вроде, да? Да, лучше всего Шапочка, там бесовая тринка падает. Ее любят все. Я не помню, с кого автомат падает. Это какая тренька? Это ленточка на хила. Ну, пиздатая реально. Жнучка. Шапочка. Сизбила седоволосые дамы. Это ведьма. Блять, это походу этот это страна ос ебучая. Ведьма ебана. Сука, самое дебильное, что может быть. Что это Красная Шапочка? Вы чё, блин? Красная ведьма. Не-не-не, там была ведьма, блядь. Ничего здесь Красная Шапочка. Там что-то про внучку было. Про внучку, не про ведьму. Ну хуй знает, что. Ну, внучка, ведьма. В стране ос нету, блин, а внучки. По-моему, там вот как раз в стране ос и есть внучка там какая-то, или кто там, блядь. Там Элли. Там никакой внучки нету. Так, а чё, это там? Бабушка, нахуй. Ну вот, Красная Шапочка, да, все понятно. Сразу волковая, соответственно, все помним, да? От волка по кругу просто убегаем. И все. То есть он выбирает цель, какую ему хочется. Меня почему-то ДБМ не показывает, когда он этого будет делать. Но я уверен, что скоро. Ну, может, дальше к стене, типа, отвести, чтобы было время, чтобы он когда-то убежал. Да, отведи вот, прям прижми его к стеночке. Вот так, да. А Квайзер побежал Квайзер. Все, теперь запустилось. Видно, что когда... ДБМ все показывает. Не стой. Только бежать, Квазир, не останавливайся. Все, Войд поймал. Далее 5 секунд. 5 секунд, и он выбирает следующую Красную Шапочку. 2 секунды. Смотрим. Квазир побежал. Ты у нас сегодня Красная Шапочка. За 3 шапка такая бегает. А что за ужасный воин сейчас сделал? Фир. Что-то не особо. 5 секунд, следующая Красная Шапочка. Смотрим внимательно. Дайте угадаю, Квазир. Ахуй. Нет, Суф. Суф, можешь там стать оленем или котом, я не знаю, кто тебе там больше нравится. Во, да, феряет нахуй. Кстати, тотем поставь, пожалуйста. Три секунды, следующая Красная Шапочка. А Орикан. Вот с этого, скорее всего, выпадет. Я не знаю, с шапочки что падает. Вообще, по-моему, муха хорошая. Самая бесполезная шляпа. Тапки падают, которые телепортируют Дора. Угу. Отлично. 2 секунды, следующая Красная Шапочка. Коска. Косоко.
То же самое, 7 секунд. 5 секунд. Смотрим внимательно. Квазивер. Заслуженная красная шапочка нашего рейда. Я меня начал. А ты говори, а не догонишь. И он последний раз так с нами поступит и погибнет. Возможно, даже не успеет. Смотрим, Квин. Все, отъехал. Что это? Лапа какая-то бесполезная. И кожа бесполезная. Хотя на Эрдру может быть. На Эрдру заебись. Ну я не знаю просто, что у них там с этого. О, смотри, реально резнулись. Да ну нахуй. Куда кто? Они здесь взялись? Кто резнулся? Трэш, блядь. Прикинь. Их же не было здесь, или я что-то не помню нахуй. Хуй знаю. А куда сейчас бежать, я забыл? Не, назад бежим. Как пришли, так и убегаем. А, точно там, где это, поворот. Да, после там другие ходы, я всех ходов Кражана не помню. Вон, смотри, три каких-то пацана подтянулись, что-то хотят объяснить нам. Возможно, за волков плестись. Или что, хуй знает, откуда они вообще? А, нихуя. А, кстати, тут какую-то новую систему телепортации, говорят, завезли. Я еще не успел ее оценить. Ну и чё? Надо будет посмотреть из этого в воде обязательно. Смотри, блядь, откуда вы чё, хуй, ебать, они все резнулись, да ну нахуй, прикинь. Это, блядь, вообще ненормально. По-моему, блядь, реально проще вот сдохнуть нахуй и пойти снизу, чем вот этот весь трэш хуярить сейчас. Репа. Ну, я понимаю, что репа, блядь. Типа, ну это вообще ненормально. Почему мы должны нахуй заново бить то, что мы уже убили? Надо бакрепорт написать этим пидорасам, скачи. Иди, води. Нормально, пулдал бы, прожал и сон кинули. Сейчас сразу не агри следующих, пускай этого поднимут к вину. О, он не встает нихуя. Квин, блядь, давай вставай. Накиньте ему каску, всю хуйню накиньте, агри вот этих двух. Блять, надеюсь, дальше там ничего не нарезалось, потому что это пиздец какой-то.